Вот я привезла сегодня сдать. И это пластик пятый, твердые всякие баночки из-под сметаны и прочее. Целыми рюкзаками пластик, пенопласт, зубные щетки и многое другое привезли барнаульцы на вторичную переработку. Акция по раздельному сбору вторсырья проходит ежемесячно. И каждый раз осознанных людей становится больше и больше. Есть такая притча про морскую звезду, что вот все для всех звезд, для миллионов я ничего не изменю. Но для вот этой звезды я могу что-то изменить. Я не могу за всех сортировать мусор, но за себя я могу отвечать. Моя идея, вот идея, делай правильное, хорошее дело на своем месте. Я уже больше 3 лет привожу, ну вот мы с родственницей, собственно, я безмашинная. А вместе с ней привозим хоть маленькую частичку, но в общее дело создания чистоты в природе должны каждый принимать. На акции не только взрослые, но и дети, подростки пакетами приносят вторсырье. Координаторы мероприятия напомнили несколько важных правил сбора вторсырья. Вторсырье тем и отличается от мусора, что мусор – это то, что вместе все свалено и загрязнено пищевыми отходами. А вторсырье – это чисто сырье, чистое, сухое и отсортированное по маркировкам. То есть есть определенная маркировка – единица, двойка, четверка. Все это сортируется в соответствии с маркировкой и таким образом сдается и превращается во вторсырье. Любой из нас также может присоединиться к экологической акции. То, что мы обычно выбрасываем, можем сохранять и сортировать по фракциям. Непосредственно у себя дома, а в конце каждого месяца или даже раз в полгода по мере накопления отдавать на переработку. Такой шаг однозначно сделает наш город чище. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.